Всем привет! С вами Акушерство.ру и это рубрика «Распаковка». Сегодня будем распаковывать комплект кроватку от российского бренда Forest Kids. Называется он Forest Kids Little Bear. Он представлен у нас в двух расцветках. Это бежевый и коричневый, который сегодня внимательно посмотрим, а также мятный вариант. Заказать такой комплект или любой другой понравившийся вы можете на нашем сайте или в приложении. Ну что, поехали. Сам комплект придет к вам вот в такой чудесной удобной сумочке. Кстати, в нем удобно будет хранить потом какие-то дополнительные комплекты или сезонные вещи, а также достаточно удобно и симпатично подарить в таком виде. И сам комплект состоит из нескольких вещей. Это у нас бортики в кроватку. Обратите внимание, они достаточно плотные, но в то же время и мягкие. Очень важно, что они съемные, каждый бортик имеет молнию, а также у каждого бортика есть завязочки. Расцветка вот такая очаровательная, нейтральная, подойдет как мальчику, так и девочке. Есть чудесная простынка, она самая стандартная, белая, хлопок высокого качества, это поплин. Ну и за что любят этот комплект наши покупатели, это простынь на резиночке. Будет очень удобно менять малышу постельное белье. Далее у нас с вами наволочка. Она вот такого светло-бежевого цвета в горошек, также нейтральная. Ну и, конечно же, одеялка. С одной стороны расцветка вот такая белая и бежевая с очаровательным медвежонком, а с другой стороны это все те же наш беж с белым горошком. И давайте смотреть, как этот комплект выглядит у нас в кроватке. Обратите, пожалуйста, внимание, что если у вас кроватка расположена так же, как у меня здесь, с опущенной одной стеночкой, то достаточно будет 4 частей наших бортиков. Если у нас поднята вот эта часть, да, стеночка, она не опущена, то мы сюда, соответственно, добавляем остальные две части. Вот так комплект смотрится в самой кроватке. Мы напоминаем, что малышу до 2-летнего возраста совершенно не обязательно иметь подушку. Но если вам очень хочется, или может быть он уже даже сам у вас попросил, то выбирайте самый тоненький вариант. А также часто спрашивают, как оформлена прорезь в пододеяльнике, есть ли молнии или пуговички. Нет, это просто вот прорезь. Аккуратненько здесь вставляете одеялко, а можно даже и без одеялка. Смотрите, в зависимости от того, как и в чем ваш малыш спит. На этом наша распаковка подошла к концу. Я напоминаю, что заказать любой товар для малышей и их родителей вы можете в приложении на сайте акушерство.ру. Все ссылки будут в описании к этому ролику.